Здравствуйте, с вами компания «Дом в дорогу». Сегодня у нас 30 сентября 2022 года. Погода где-то 25-26 градусов, а температура воды в море где-то 23-24. В общем, короче говоря, я только что вылез из воды. Вот, и решил вам показать это место. Ну, вы знаете, бывает так, что вот хочется вам показать что-то, и вот это желание идет как бы изнутри. Да, вот. Ну, не могу пройти мимо. Я хочу вам рассказать, как классно путешествовать вот именно с караванами, с прицепами, дачами. Вот обратите внимание, вот море, да? Вот. Видите, какой кайф. Никого. Погода идеальная. Вот как на Ямайке. Кстати, зимой на Ямайке приблизительно... Ну, там круглый год такая температура. А вот сейчас у нас точно такая же температура, как в лучших американских курортах. И никого нет. Тоже как на Ямайке. Там тоже так же никого нет. Какой-то домик, девушки красивые, пиццерия, вот небольшие магазинчики, оставшиеся с лета, да, но они сейчас работают еще. И смотрите, какое живописное место. И вот наш прицеп стоит. Вот мы его только поставили, только-только приехали, и я разложился, пошел в море, искупался, ну, естественно, подключился к электричеству. Вот там где-то вода есть, но неважно, у нас воды достаточно, на 3 дня ее хватит, причем так, не экономя. Вот слайдер. И столик я еще не поставил. И вот приблизительно вот так на травке с маркизой. Вы знаете, вот где такое место еще найдешь за границей, чтобы можно было путешествовать с караваном? Ну, в Америке так уж точно. Это невозможно. Там ближайший кемпинг от моря, нужно до любого пляжа там на такси ехать. На юбере, на убере где-то минут 15, может быть. В Европе таких мест тоже нет, чтобы можно было вот прям вот так вот. Видите, кстати, вон кафешка. Если лень самому готовить, можно приготовить, можно пойти в кафе, пообедать, там поужинать. Но еще работает. Ну, в общем, самое...